Всем привет! В общем, уже все устаканилось. 7 квочек у меня уже не сидит. Сидит всего 4. Сидит моя пушинка. Вот это сидит беленькая. Здесь вот сидит тоже беленькая. И вот здесь сидит черненькая. То есть всего сидит 4 курочки. У этой курочки яйца я пособирал из-под всех курочек, получилось 14. Я подумал, что 14, ну то есть это не так уже и много, и подложил ей еще 5 яиц свеженьких. То есть сидит она на 19 яйцах. Это я сделал для того, если у этой и у этой я проверю на 5-й день. Вот умничка. Проверю на 5-й день яйца, и там будет не оплот, то у меня будет чем подложить, чтобы вывод был побольше. Я планирую всех цыплят, то есть от этой и от этой курочки, отдать пушинке. С этой у меня не получится, потому что это будет выводить раньше, на 4 дня, поэтому это будет сама водить или тоже не будет. Ну а пушинка, получается, будет водить около, ну то есть, как минимум 30 цыплят, потому что садить каждую квочку у меня нет места, а цыплята из-под квочки мне хочется, чтобы водила именно вот эта курочка. Ух ты, такая разговорчивая. Моя девочка, молодец. Все, а теперь еще опять попытаюсь ответить немножко на вопросы. Мне написали, как там поживают цыплята, и писали, что для такого количества цыплят очень маленькая поилка. Поехал сегодня, вот купил 7-литровую или 6-литровую, не знаю, поилку вакуумную, такую побольше. То есть теперь им хватает на весь день, так как я в сарай, ну то есть сюда прихожу утром, забегаю в обед, но не успеваю, то есть поменять ни воду, ничего. Вот теперь у них все будет хватать, они немножко подросли. И они все веселенькие, но по непонятной причине вчера один цыпленок пропал. Не знаю почему. В общем, пришел, а черненький цыпленок лежит мертвый. Еще просили показать пушистых курочек. Вот они сидят. Это курочка, которая водила цыплят, беленькая. И петушок. Вот они все втрех сидят на ящике с разным мусором. В общем, все у них хорошо, и они несутся, то есть эти две курочки несутся. Сейчас я это тоже покажу. И сейчас мы сходим, спрашивают, как там цыплята из Германии. У них, у цыплят из Германии все хорошо, я их показывал недавно, не знаю, просто, возможно, не смотрят все видео до конца. Цыплята из Германии как раз были в конце видео, когда я показывал жителей дома. Перед тем, как мы к ним пойдем сейчас, вот хочу показать гусей. Я уже говорил в одном из видео, что 9 числа мы собирали 2-го, но потом продавец, который продает мамутов, позвонил мне и сказал, что 9-го, то есть 2-го не будет гусят, а будет 9-го. Мы 9 числа едем по гусят, я беру 31 гусенка, поэтому этих мне нужно убирать. Резать их жалко, поэтому если кому надо, могу продать. Есть две гусыни мамута и два гуся. То есть гуси по 500 гривен, а гусыньки по 300. Если кому интересно, пишите. Думаю, созвонимся, спишемся и договоримся. Я нахожусь в Балаклеевском районе. Кто знает, ну то есть адрес есть в описании канала, поэтому пишите. Гусыньки на самом деле не крупные. Мои старые гусыньки были покрупнее, а гуси достаточно большие. Я одного взвешивал, как-то осенью в нем было почти 11 килограмм. Ну, а сейчас сходим к цыплятам из Германии. Они, как и раньше, сидят в этом ящике из шкафа. У них стоит водичка, я поставил ее на кирпич, потому что они сильно туда накидают много мусора. Вот стоит у них кормушка с стартовым комбикормом, и режу им лучок. Ну, лук они как-то не сильно едят. Не знаю почему. Ну, конечно, наверное, чуть-чуть поели, но не сильно хотят. И что еще я хотел показать? Это яйца, которые я собираю. Вот так отмечаю яйца от
карликового кохинхина, то есть лохматый карликовый кохинхин. И вот яйцо от них, и вот. Это яйца от бентамок. И мне один мой подписчик, мой знакомый, хороший, здесь у нас, ну, то есть савинец, он не знал, что у меня есть канал, и как-то зашел в интернет посмотреть что-то, ему нужно было про кур. И, в общем, он наткнулся на меня. Потом мне звонит, номер у него есть мой, и говорит: «Я не знал, что ты блогер». Я говорю: «Да, я сам не знал, что я блогер. Так получилось». В общем, он мне говорит, что у него есть куры породы Брама, но они не чистые, ну такие красивые, крупненькие, ноги лохматые, сильно так. И он говорит: «Хочешь, я тебе просто так насобираю яиц от Брамы?» Я говорю: «Ну, если тебе не жалко, можешь насобирать». В общем, за недельку вот он мне насобирал 30 яиц. Несколько вот грязных, он говорит, я их не мыл, думаю, правильно, пусть будут. Я их и не буду мыть тоже, сейчас закладу их в инкубатор и посмотрим, что с них выведется. Вот такие дела. Ну, в общем, курочек осталось 4. Яйца закладываю. В общем, вроде бы все показал, рассказал. Вот стоит пепельный. Жарко уже. Вот здесь очень жарко. И они вот так опускают крылья. В общем, цыплятки все здоровенькие. И веселенькие. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.